есть три условия для молитвы. И тогда эта молитва совершенная. То есть обращение к Творцу может быть правильным, хорошим, выстроенным хорошо. Если у тебя есть три условия. Первое, что человек верит, что Творец может его спасти. Неважно, в каком состоянии он находится. Это первое. Второе, что нет никакого другого совета, что он может сделать, это его последняя надежда. И третье, если Творец не спасет, не поможет, так лучше смерть, чем такая жизнь. То есть человек должен быть настолько разочарован и отчаяться от всех своих сил, и нет у него никакой надежды, чтобы кто-то мог ему помочь. А он обращается к Творцу, что только Творец способен и может помочь. И есть у него только один крик, вопль, который он может поднять к Творцу, что у меня нет никакой другой надежды. И тогда его молитва принимается. Понятно? Хорошо.